254 грамма – это бедро куриное, маринованное. Оно стояло полдня в холодильнике, это мясо, то есть промариновалось, пропиталось как раз для начинки. Морковь чистим, трем на терке, луковицу кубиком, паприка и кабачок у нас. Что будет за блюдо? Гостям, зашедшим на канал, кому понравится, подписывайтесь. Есть я на Дзене, открыла специально канал, чтобы дружбу не потерять. В ВК есть. Но в телеграм-каналах, в ТВ там еще во всем не разобралась, но обязательно что-то добавлю, если вам будет необходимо. Честно скажу, не то, что я хочу громкий заголовок для видео. Я на самом деле видео и не умею называть-то толком, как некоторые. Рецепт от домохозяйки-миллиардера или там, или миллионера. Рецепт дал турок в дорогом ресторане. Нет, этот рецепт как бы я сама сочинила. Возможно, он есть в интернете. Суть не в этом. Никаких похвал не жду. Сначала режем овощи и потом дальше продолжаем. На небольшом количестве масла обжариваю лук. Добавлю морковь. Это все пойдет в начинку, в перец. До готовности жарить нет необходимости. Просто чтобы обмякли овощи. Так как мясо маринованное уже, надо быть осторожнее, но немножко я морковь присолю. Потому как бывает такой сладковатый какой-то привкус, не очень. Рецепт настолько быстрый, что не то, что там успевай делать, успевай только смотреть. Хоп, смотрите, раз, раз, сделала вот такие кармашки. Это не половина перца, это не лодочка. Смотрите, больше, чем половина. Просто окошко такое сверху вырезала. Мясо, лук с морковью обжаренный. И что здесь у нас? Кабачок на крупной терке. У меня ушла половина только кабачка. Присолила капельку, отжала сок, получился сухой кабачок. Сейчас все это перемешиваю и начиняю перчик наш. Лук с морковью поджаривается как подушечка. Не стала много я кидать овощей. Кстати, сюда можно добавить половинку, которая осталась. Но я не буду добавлять. Будет у меня один перчик. И посмотрите, как ярко и красиво получилось. Сочетание желтого с красным. И вкус, поверьте, такой же шикарный, как и вид. Так, почему три? Здесь получилось не три, а четыре. Остатки фарша, я два перца зафаршировала, а остатки фарша положила в эти лодочки, которые с перца срезала. И сейчас это, хоп, часть тоже уйдет сюда. Полстаканчика воды, не больше. Потому как перец тоже сок отдаст. И еще кабачок отдаст сок. Я же его отжала, но все равно он сочный. Я думаю, 30 минут хватит. Медленный огонь. Крышка закрыта. И все. Вот такой перчик красивый. Прошло полчаса. И вот смотрите, как булькает бульон. И я так думаю, что надо было не спешить воду добавлять. Но ничего, будет с бульончиком перец. Так, взяла пакетик моцареллы и вот такую красоту навела. Накрою крышкой. Сыр подтает. Посмотрю, сколько по времени. Прошло минут 8. Сыр подтаял. Этого будет достаточно. Иначе будет и некрасиво, и невкусно, он весь стечет. Здесь у меня свекла 2 штуки. Я ее отварила. Сейчас на ужин сделаю из одной свеклы салат, натру просто на терке, зубчик чеснока и капелька масла. А утром на завтрак сделаю с черносливом и с орехом. Смотрите, я сейчас откусила, когда кусочек, и только поняла, что я забыла заострить ваше внимание на том, что мясо не фаршем, а мясо же рубленное было, а я что-то вскользь. Мясо смешиваем туда-сюда. Оно рубленое и довольно-таки крупно было. Конечно же, за это время оно приготовилось. И вкус совершенно другой, не как у фарша. Фарш, он практически не чувствуется в блюде в этом. Что в голубцах взять,
что в перце. А тут прям кубики мяса. Даже не знаю, там видео собрать, наверное, даже 5 минут не будет. Вот такой быстрый ужин. То есть все делается быстро, вкусно, низкокалорийно для снижения веса. Удачи всем, кто решился, девчонки. Все будет прекрасно. Сегодня в комментариях был вопрос про сахар, про мой. Это отдельная беседа. Я особо не хочу на эту тему говорить. 2 года у меня была пауза, я не пила лекарства. Сейчас опять пью. Сахар у меня невысокий, 6,2, выше не поднимается. То есть ничего не бойтесь. Идите к эндокринологу, сдайте кровь на гормоны, подберите лекарства и топайте по жизни уверенно. Вот такой сегодня ужин. Все, видите, булькать перестало, остывает все. И прекрасно. Всем удачи, всем добра. Вы были на канале «Всего понемногу из Германии». Я вам готовлю такой один интересненький сюрприз. Думаю, вам понравится. Люблю вас по-человечески. Всем пока-пока.